Коллеги, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Мне очень приятно, что с каждым разом их становится все больше и больше. Значит, я чего-то добиваюсь в этой отрасли. Для меня YouTube-обзоры – это что-то новое. И я стараюсь в этом деле развиваться. И спасибо, что вы смотрите мои видеообзоры еще раз. Хочу вас поблагодарить за это. И сегодня хочу рассказать вам о своей покупке. А конкретно я для себя недавно приобрел вот такую замечательную машинку от Velo Professional. Это окантовочная машинка компании Velo Professional. Раньше у меня была окантовочная машинка Velo Professional, я ей был очень доволен, но срок службы, извините, ее уже закончился, и я решил приобрести себе новую. Я пересматривал очень много вариантов, я смотрел различные модификации, там Moser и там всякие, там, ну, разные бренды, но мой выбор, опять же, пал на Velo Professional. Почему? Ну, наверное, потому что я уже этот бренд знаю, я уже знаю их плюсы, я знаю, сколько они служат, и, в принципе, я ими очень доволен. Также я вам расскажу в своих следующих видеообзорах о машинке для стрижек. Сколько я себя помню, я всегда стриг и стригу ножницами, мужские и женские стрижки. Я выполняю ножницами, но в последнее время мне стала интересна тема стричь машинками. Я в этой теме стал развиваться, пробовать, экспериментировать. Вы знаете, мне, в принципе, результаты нравятся. Вот. И я вот себе купил два таких подарка дорогих на 23 февраля. Это вот окантовочную машинку. Контура, да, наверное, в честь этого и, наверное, назвали, что окантовочная машинка, контура, окантовка. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Не знаю, не интересовался. То есть купил ее и купил еще машинку для стрижки. Вот. Я о ней расскажу в своих следующих видеообзорах. А сегодня хочу, можно сказать, вот с вами поделиться тем, что я купил. И хочу, чтобы вы взглянули на это тоже. То есть, если вы можете прокомментировать, если же у вас такие машинки были, напишите мне в комментариях, что вы о них думаете, потому что мне очень важно услышать разное мнение разных парикмахеров. Ну, давайте мы ее откроем. Вот тот самый момент, замечательный. Тут у нас идет такая вот мягкая такая подушечка для, не знаю для чего, наверное, просто она закрывает данную машинку, чтобы, наверное, она не у нас, не дай бог, не поломалась, не вылетела оттуда в процессе транспортировки данной коробочки. Ну, очень приятная на ощупь такая подушечка, да, такая. Так, и что мы видим? Мы видим саму, собственно, окантовочную машинку. Вот так она у нас выглядит. Слушайте, очень стильно, очень дорого. Посмотрите, как она тихо работает. Если у кого-то она, у кого-то такая же машинка, она работает тише, вы мне тоже об этом скажите. Если же у кого-то есть другая машинка, которая работает еще тише, ну, сообщите мне, пожалуйста, тоже об этом, будет очень интересно. Что мне нравится в них, что у них достаточно такой очень-очень тонкий нож, он, я так понимаю, несъемный. Вот, он вот здесь, видимо, прикручивается. Здесь, я так понимаю, он разбирается. Да, вот. На блоке зарядки есть у нас такой ключик. Я так понимаю, вот здесь он вот так откручивается. Да, все верно. Здесь вот это специальный ключ, и он так разбирается. Данный нож снимается. Я так предполагаю, этот нож, наверное, один. Такой металлический. Так, поехали дальше. Это у нас зарядное устройство. В принципе, понятно. Вот так она, скорее всего, вот так устанавливается. Вот, слушайте, ну, очень-очень стильно, очень так лаконично. Вот за что люблю Velo Professional, за то, что у них такой вот, ну, достаточно такой лаконичный, красивый стиль. Вот, начиная от их инструментов, заканчивая всякими мойками и всякими аксессуарами. Так, что у нас здесь? Угу, тут это у нас батарейка. Слушайте, вот я даже не знаю, насколько она
вообще здесь снимается ли батарейка, не снимается, откручивается она или нет, выкручивается она откуда-то отсюда или нет. Ну, по крайней мере, больше винтов, вот один винт, больше я не вижу каких-то еще винтиков, откуда можно вообще эту батарейку изъять. Ну, может быть, оттуда можно, наверное, ее вытащить, если вдруг она сядет. Ну, ладно, об этом я уже, наверное, узнаю потом. Так, сейчас мы убираем. Так, что мы видим? Это у нас инструкция по применению. Так, на разных-разных языках. О, есть даже на русском. Здорово. Есть на русском. Есть на русском. Это самое главное, это мы изучим потом. Так, у нас есть вот такая щеточка, что, в принципе, очень важно. Я люблю такие штуки. Всегда люблю чистить инструмент. Скорее всего, это вот здесь вот так, наверное, она будет чиститься, судя по всему. Вот. Очень-очень хорошая такая жесткая кисть. Щеточка такая. Так, поехали дальше. Так, что мы видим? О, слушайте, смотрите, насадка у нас тут имеется. Замечательно. Так, давайте, давайте попробуем. О, слушайте, смотрите, она регулируется даже. Смотрите, видите, раз шелчок был, два шелчок, значит, у нас регулируется по длине. И, наверное, три. А, нет, всего лишь таких два. Раз, два. Угу. В принципе, неплохо. То есть мы еще можем стричь под разную насадку. То есть очень хорошо, что у нас есть в комплекте даже такая насадка. Тоже очень приятно. Так, у нас в комплекте еще идет масло для машинки. Тоже замечательно. Не забывайте, коллеги, тоже смазывать машинки. Это очень важно. Наверное, вот сюда, наверное, у нас будет заливаться масло, чтобы оно смазывалось. Либо я вообще делал так, со своей старой машинки я выкручивал этот болт и все там вычищал, и все вот сюда, вот в такой вот этот маленький проем туда заливал масло. Скорее всего, здесь, наверное, так же это буду делать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас такая коробочка. Здесь, наверное, у нас лежит прибамбасы от зарядки, судя по всему, да? Да, вот, слушайте, тут вот, смотрите, как аккуратненько все убрано. Прям здорово, мне нравится, что вот... Мне нравится, мне немцы, вот все у них так аккуратненько, все вот так сложено у них. Замечательно, слушайте, прям как у Apple. Все аккуратно, лаконично, все сложено, замечательно, красивенько. Слушайте, смотрите, такая коробочка очень приятная. Мне нравится. Очень здоровская машинка, очень легко держится в руке, легко включается, очень-очень приятная машинка. Смотрите, как здорово, красивенько. Вот для кисточки, тут у нас все для масла, а это у нас, так, неужели такое большое отверстие, и у нас, ого, смотрите, такое большое отверстие, это все под одну насадку. Ничего себе, то есть такое большое отверстие и для одной насадки. Странно, конечно, что-то как-то... А может ее надо положить вот так? О, точно, наверное, она должна вот так лежать. Точно. О, смотрите, как красиво, стильненько, аккуратненько все так лежит. Слушайте, прям даже не хочется ее вытаскивать, хочется, чтобы она все время так лежала. Прекрасно. Мне очень нравится, смотрите. Здесь такая у нас красная тема, как Velo Professional у нас любит, у нас же все у них красное. Собственно, и коробочка даже у них красная, прям как у Louis Vuitton. Louis Vuitton тоже любит все красное. Вот, слушайте, ну вот такой у нас обзор получился моей новой машинки. То есть, если вы, коллеги, что-то знаете об этой машинке, если вы работали этой машинкой, ну, слушайте, напишите мне, пожалуйста, комментарий к этому видео. Мне будет очень приятно, если вы со мной поделитесь данной информацией. Так, что-то я не так положил. А, нет, все вроде так. Нет, не так. Во, точно, вот так. Супер, класс. Закрываем. Ну, собственно, все, мы упаковали. И, пожалуй, мы закончили мой такой 10-минутный обзор. Мне очень приятно, что вы его досмотрите до конца. Если же у вас будут какие-то вопросы по US Park Professional, мне будет также приятно, если вы их будете задавать. Вот. Ну, а на сегодня уже
можно сказать, завершаем наш обзор по моему подарку на 23 февраля. Я с ним немножечко затянул. Сегодня уже март, а я все не мог о нем рассказать. Не смог с вами поделиться. Вот. Но теперь я это сделал. Всем спасибо. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Всем точных стрижек. Всем пока.